Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я приехала в магазин «Лента». Хочу взять вас с собой, но в конце видео, конечно же, будет непосредственно сама закупка. Все, что я купила, и чек.
Итак, приехала я домой, сейчас покажу, что купила. Самое главное, то, зачем меня отправил муж, попросил купить на подарок алкоголь. Это он дарит, ну, как бы не коллегам, а, в общем, людям, с которыми он сталкивается по работе. Такой чисто символический, недорогой подарок. Всегда он покупает алкоголь, и ему, кстати, тоже все время дарят алкоголь. Не знаю, всех мужчин, наверное, так заведено, но моего вот так. Не знаю, может, кому-то пригодится. Вот такие наборы сейчас есть. Я покупала все, что... Ну, в общем, муж мне написал название именно, и я название взяла. Сказала, что если будет в подарочных упаковках, то что взяла в подарочных упаковках. Короче, вот это что? Я не знаю, что это. Это виски, вот такой с двумя стаканчиками. Это что такое? Что это такое? Так, это Бакарди, вот такое. Потом не было в подарочной упаковке вот такой коньяк Ной. Это у него кто-то из знакомых очень его любит. Вот такой 5 звездочек. Это выдержка вроде бы. Ну, в общем, я там на ценнике читала, что это вроде выдержка. Вот. И вот такой еще. Правда, я коробочку случайно порвала. Но ничего страшного, я аккуратненько сейчас заклею с той стороны. Вот такой. Ну, это все знают. Это что это? Это Беллис, да? Беллис. Вот. Такой вот, в общем, набор ему купила. Поэтому сумма у меня получается большая из-за алкоголя. Так, ну давайте по традиции с мяса начнем. То есть, в принципе, я ездила за алкоголем и для того, чтобы купить муку и что-то еще. Ну, в принципе, за алкоголем, так как муж знал, что я в итоге поеду в магазин. В общем, купила вот такую рыбу по 479 рублей на 691 рубль у меня получилось. Две курицы, они были со скидкой по 89, по-моему, рублей или 87. Я взяла две, я их сейчас быстренько разделаю. И отдельно ножки, спинки, грудка и так далее. Так, дальше взяла сардельки. И давайте здесь... По молочке немножко взяла вот такой снежок из Вологды. А вообще вот это из Вологды, видите, вот этот творог, про который я говорила, очень он мне нравится. А есть маленькая упаковка, там появилась совсем такие маленькие стаканчики вот этого творога из Вологды. Тоже из Вологды я взяла вот этот снежок. И из Вологды решила взять, попробовать вот такое масло. Никогда не брала его, но думаю, раз мне нравится творог, может быть, и масло будет неплохое. Вот, деткам взяла имунельки вот такие, упаковку, сметану 10%. Здесь у меня сыр обычный российский и голландский. Российский это обычно, ну, что-то запекать, если с ним. Потом взяла вот этот сливочный сыр, тоже его очень люблю. Блин, вкуснятина вообще жуткая вот эта. Вот, также у меня здесь крабовые палочки взяла, брошу в морозилку, ну, либо к Новому году оставлю, может быть, на какой салатик, либо еще куда, в общем, посмотрим. И здесь набрала всяких сырков, всяких разных. У меня муж тоже иногда с собой берет вместе со снежком, в машину бросает, если не успевает позавтракать. Ну, и плюс вот такие еще новенькие там появились, я думаю, надо тоже взять какие-то три кота. Детки, может, пожуют. Вот такие тоже какие-то новенькие появились. В общем, тут целый у меня... Да, вот такие три кота. В общем, целый пакет набрала вкусняшек разных. А, еще вот эти сырки, кстати, взяла. Вот эти сырки очень люблю. Они очень вкусные, вот эти вот Светлогорье. Разные тоже там. Ну, немножечко взяла их. Так, дальше у меня здесь сахар. Взяла сразу три пакета. Я, кстати, все время забываю покупать сахар, поэтому я сразу стараюсь взять немного. Панировочные сухари вот эти лентовские. Вот такие. Кстати, хорошие сухари нам очень нравятся. Вот. Хлеб вот такой заварной лентовский. Хлеб Геркулес. Дальше у меня здесь консервы еще добрала. Они все еще по скидке. Зеленый горошек две штучки. И одну кукурузу. Тут у меня еще ватные палочки затесались. Вот. Так, фрукты, овощи взяла тоже немного. Помидор еще взяла. У меня дети просто так едят помидоры, огурцы. Поэтому я взяла вот два огурчика вот таких неплохих и помидорки. Бананы по 49 рублей взяла веточку. Кстати, они такие прямо ароматные вообще. Я на всю машину пахла. И взяла еще хурму королек. Инжирный почему-то уже нету. Не знаю, может, уже отходит. В общем, взяла королек. Тоже вроде неплохой. По 79, ну, считайте, 80 рублей. Также взяла вот такую упаковку мандарин. Вот таких, не знаю,
Не знаю, вкусно или нет. И два авокадо взяла. Кстати, авокадо, на удивление, очень хорошие. Они прям мягенькие. Обычно они там в ленте полузеленые лежат, а сейчас очень даже неплохие. Так, здесь у меня Феликс котам. И это собаки на кашу я взяла. Говяжья легкая вот такой по 149 рублей. И взяла еще кости. Это для бульона и тоже говяжьи. Так, мука вот такую взяла лентовскую. Два сока взяла. Такой черничный и мультифруктовый. И здесь у меня еще салфетки вот эти лентовские, универсальные, очень они мне нравятся, я ими и убираюсь, и для рук, и на кухне они у меня лежат, в общем, классные салфетки. И еще я вам там снимала, показывала вот эту елочку, я ее все-таки купила, очень классная вообще, она такая прям пушистая-пушистая, ее надо еще распушить, потому что она у меня помялась. Видите, она вот на такой штучке, в общем, классная, смотрите, какая пушистая-пушистая. Прям вот. И к этой елочке я взяла вот такую гирлянду с микролампами. Правда, муж мне сказал, что это плохая гирлянда. Ну, что типа они быстро портятся. Так что я плохую взяла. Но я взяла самую дешевую и самую маленькую по метражу, чтобы она подходила вот к этой елочке. Видите, здесь 3 метра, правда. Ну да ладно, как-нибудь еще внизу там обмотаю. И к этой же елочке я взяла вот такие еще бантики. Мне так понравились. Смотрите. Здесь 3 штучки в наборе идут. Вот так вот на елочку у меня будут бантики. Это я себе поставлю в наш с мужем рабочий кабинет. Вот. И еще взяла, не знаю зачем, ну, в общем, взяла вот такие крупные снежные хлопья. Ну, не знаю. В общем, побаловаться, короче, чтобы потом не дом потом понамывать весь январь. Ну, в общем, да, работа себе прибавила. Вот. Но елочка очень миленькая, мне понравилась. Сейчас покажу вам чек. Вот чек. Вот эта елочка обошлась мне 368 рублей. Бантики для елочки 68 рублей. И здесь у меня уже алкоголь. И сумма составила 9332 рубля, скидка 3830 рублей. Ну, а елочку я уже буду украшать завтра. Вот ее распушу, украшу. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч!